Давайте, давайте, Дима! Ждем, когда мимо вас проходит Олег и работает. Очень красиво! Велосипед начали! Покатались! Да. А теперь приготовились общий план! У Олега катамаран! У тебя запачкался? Что? Катамаран у меня. Я понял, я... Не-не. Черное на голове, я... Это... Вот. Тогда нормально. Завидуйте? Следующее упражнение. Вверх есть. Пошли. Давайте, давайте. Потом будет отпуск. После угла. Ага, в Архейленде. А чё нет? Давайте, крути. Ой, сейчас. Кстати, на Вапарте довольно сильно встаёшь. Денег ни разу. Ноги болят. Стоп! Чуть-чуть вот так, угол будете держать, так вот, дают, несколько секунд. Образа. Приготовились, держим угол. Только подняли? Нет. Пляжа. Держим. Мальчики, держим угол. Ноги вверх. Не-не-не. Какой градус? 90. Ты что заходишь? Руки убрали с ног. 90 градусов. 360. Да, держи ты ноги. Сережа, давай. Ну и что вы держитесь за ягодицы? 90 градусов. Убрали руки. Коля убрал руки! Блин, девочки вообще не ноют, берут и делают, а вы такие... Они не дрались. Я ничего не делаю, ё-моё. Начинается. Нас начинают поедать. Дерутся только ребята на песке там иногда. Смешно. Давайте, ещё 10 секунд осталось. И вот эти все люди не хотят ехать на сборы. В лес, вот это вот посидеть у костра, никто повоевать в доспехах. Написал, офигеть. Не сказал. Офигеть. Стоп. Никто ничего не написал. Только часть из них. Алина, а Дима. Завести. Об этом он не сказал. Поднялись. Помылись. Прихнулись. Набрали экипировку и домой.